Всем привет! Что мы видим сегодня? 25 графин, классный Нахтман, просто огонь. Ну и так далее. Нахтмановский одиночка, очень классный. Клоун все еще здесь. Вот какая картина, это масло. Интересно, да? И вот картина вообще такая мутная, 79. Те картины огромные. Я покажу вскользь. 59, 89. Алло. Сетик интересный. Какая интересная конструкция. Да, какие-то прикольные трио, неожиданные. ПЛ, это Франция, исходя из цветов флага. Тут довольно очень нежный и тонкий, и изящный фарфор, господа. Что-то мне уверенность, что это очень старинные вещи. Их всего здесь две. И вот это вот, видите, вся эта история какая-то с подсвечничками. Так. Вот костяной фарфор, высококачественный, и так далее, и так далее. Подсвечник, стилизированный под лалик. Всего каких-то 4
европейских тенге, ну такой красивый. И цена такой вещи. Смотрите, как тут все как положено. Кто это? Какая разница? Ну смотрите. Да, это не бог весть. Не бог весть. А может и что-то, да. Ну, явно, что это не резьба, это отливка, но это может быть старинная вещь. Бывает такое. Бывает. Самое важное, что она не стоит там каких-то огромных денег. Вот всякое, всякое, всякое. Ардеко. Ох, это Хайнрих. Это фирма фирмов. Это еще оттуда. 20-е годы. Какой еще недорогой, кстати, сет. Очень, очень недорого. И где-то за городом. Грязен, старин. Ну а что вы хотите, если это довоенные штучки? Какие они могут быть? Они могут быть только грязные. Но это хорошо. Лучше будут пыли, чем испорчены. Устальная ваза 19. Смотрите, это алебастр. Ну, правда, разбита эта самая крышка. Италия. Так вообще вещь очень классная. Ну, кто-то грохнул ее, конечно, с нечеловеческой какой-то силой. Вот так вообще вещь. Винтажная. Да, это удар. Это тяжеленькая, это алебастр, господа, это не оникс. Чтобы вы были в курсе. Ну и так далее. Англия. Вот берешь в руки, просто чувствуешь, что вот это Англия, господа, это не велеровый. Вот она вот рассыпается практически на лету, если упустить ее. Вот так, и недорого. Очень даже недорого. Он суровый мужчина. Это 29. Всякие какие-то приколы. Что это? Какой-то флакон. Или какая-то горелка, в конце концов, не знаю. До чего люди могут дойти? Угу. Это лимож, между прочим. Что означает этот лимож? Это да. Это горелка, меня не обманули предчувствия, видите? Вообще какая старинная вещь, смотрите. Когда у вас, ну да, это горелочка, поставил сюда кастрюльку, борщик сварил, ну все нормально. Такой французский борщик, знаете, такой легкий, ни к чему не обязывающий такой. Легкий французский борщик. Винтажная вещь, ребята, никогда такого не видел. Или можно, что говорить. Вот. Так, ну вот, тут мы с вами уже все посмотрели. Так. Это Эшенбах. Типичный велерой, господа. Типичный. Вот медовый красавец. Угу.
Да. Ну, это, надеюсь, женщина, потому что там меня обвинили, что я какую-то гендерную ошибку допустил. Ничего страшного. Там один монах похож на женщину, но у него такая как коса, как на эти, как у женщины. Ну, что я могу сделать, если монахи так себя вели непристойно, что вот, смотришь и думаешь, ну, женщина, до чего дошла. Но это женщина, конечно, это суровая, конечно. Суровая европейская женщина, она все видит. Что грядет, какие инсинуации. И дело такое. Ох, какой хороший. Какой хороший, смотрите. Я вот так ставлю его фрагментарно. Маселка 59. Смотрите. И даже кто здесь у нас? Вот кто у нас, видите, художник. Да. Вот такой портрет, то есть портрет. Флоральный мотив. Красота. Так аккуратненько, вы знаете, так все. Вот смотрите, как детально все. Мило. Классный художник, мне нравится. Люблю реализм. Мне нравится картина художника Шилова. Очень я его очень приветствую. У него все реально. Классно. Классный, классный букет. Потрясный. Так, аккуратненько вот так раз. Поставим. Урановая, да? Угу. Такая вот, ух, стопочка. И смотри, какие, ух ты, стопарики. Какая-то тарелка, не хочу ее трогать. Так, масса телевизоров, картина. Недорого. Вот тоже какая-то картина 19 евро, мутная. Такая вот, видите, здесь кто-то сидит. В чем смысл? Все отсвечивает, видите. Алька антикварная. Алькакунст. Все антик. Кожаный диван, кожаный диван. Что это за? Отбита часть. Очень важная часть отбита. Смотрите, какой. Ух ты. Бриония. Это очень антикварная вещь. Очень антикварная. Красивый. Просто великолепный. Посмотрите, какие листья, кленовые, что ли, вообще просто прелесть. Носик целый, ну, 39, да, видите как. Видать, это югенстиль. Я вижу, что это югенстиль. Обалденный. Просто красавец. Thank you.
Золото прям сияет. Смотрите, какой носик. Какая ручка. Вот эта вещь. Вот эта вещь. Это да. С него даже вазу, в принципе, можно сделать. Ну, не обязательно иметь эту крышечку. Могла быть красивая ваза. Ага, вот-вот-вот, что я вам и сказал. 1870 и 1879. Вот именно югенстиль, то, что я вам и сказал. А? Прелесть. Просто прелесть. Так, кто это у нас? Альбрехт де фон Бот. Из какой вообще бот? Средневековый бот. Смотрите, какой. Ну, еще тот. Еще тот бот. Так, палец ему не клади в рот. Какой еще? А, смотрите. 39 стоит. Альбрехт. Вот. Ну и, конечно же, картина. Преисполнена сюжетности, в общем, страстей всяких, всякой такой вот. Не знаю, я бы ее, конечно, не купил. При всем уважении к искусству. Не могу себя пересилить, господа, просто не могу. Надо расти, я чувствую, нужно расти, чтобы вот понять хотя бы немного. Ну, сколько сахарниц, боже мой. Так, ну, чайники мы тоже пока пропустим. Кресел много. Вот наш принц. Всего за 5 построил замок и не успел в нем хорошенько погулять даже, этот принц. Шванштайн. Сейчас одну секундочку. Тоже какая-то антикварность. Шуман довоенный. Прелесть. Вот Шуман, вот. Да, это Шуман, господа. Это очень древний Шуман.
по этой окантовке не глазурированная, всегда видно, что это старые вещи. Интересно. Тоже винтажная.